В Ненецком округе началось формирование нового состава общественной молодежной палаты при собрании депутатов НАЛ. Это будет уже 10-й состав. Общественная организация создана для совместной работы окружного парламента в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. Ольга Русул продолжит. Иван Сысоев – молодой перспективный человек. Планирует войти в новый состав молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого округа. Иван считает, что одной из первых инициатив, которую должны выдвинуть молодые парламентарии, станет вопрос организации досуга молодежи. Сейчас такое время очень необычное и, мне кажется, сложное для молодежи, потому что вот эта вся пандемия, коронавирус и так далее, он подкинул много разных проблем. И для творческой молодежи, к которой я себя отношу, вот к ней, наверное, в первую очередь он подкинул много проблем, потому что много массовых мероприятий запретили, много запретили каких-то начинаний и так далее. Мне кажется, стоит об этом подумать и стоит быть вот в гуще этих событий, искать какие-то решения, искать какие-то новые начинания в связи с тем, как изменился сейчас мир. Войти в состав палаты могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие в регионе или окончившие учебные заведения в округе и постоянно проживающие в России за пределами Ненецкого округа. Есть перечень документов, то есть, конечно же, может быть рекомендация от работодателя, либо от учебного заведения, либо характеристика. Это может быть молодой человек должен написать эссе по своему видению работы молодежной политики в Ненецком самом округе, ну и собрать определенный пакет документов. Свои кандидатуры могут направлять молодежные консультативно-совещательные структуры при правительственных органах муниципальных образований округа, общественные объединения, окружные образовательные организации высшего или среднего профессионального образования, профсоюзные организации, окружной департамент в сфере образования и молодежной политики, также самовыдвиженцы. Для молодежи я считаю, что это такой стартап, может быть. Все-таки есть большая вероятность, что вас заметят в высших рангах эшелонов нашей власти. Ребята у нас в этом году занимались разработкой законопроектов. Мы разработали законопроект о компенсации наема жилья молодым педагогам среднего профессионального образования. Сейчас он проходит у нас еще доработку. Также мы разработали законопроект об ограничении продажи энергетических напитков. Его мы собираемся внести на рассмотрение собрания депутатов в феврале месяце. В состав молодежной палаты войдут 15 молодых законодателей, которые будут исполнять свои полномочия на протяжении 2 лет. Дополнительно из числа внесенных кандидатур будет формироваться резерв палаты из 10 кандидатов. Прием документов, подготовленных в соответствии с утвержденным положением, осуществляется до 25 ноября 2020 года. По адресу город Нарьян-Мар, улица Смедовича, дом 20, кабинет 56. Телефон для справок 4-28-81. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».